Приветствую вас, с вами 108-й. Перезаписываю блог, потому что материал накопилось достаточное количество, но по монтажу не особо выходит, поэтому записываю все по новой. Начнем с того, что проект начинает потихонечку строиться, уже силовая проводка акустическая едет, но куда-то потерялся опять со СДЭКом. А теперь давайте по порядку. Я смог отремонтировать третий Урал, я думаю, то, что многие видели замеры Урала. Он у меня был погибший, он не заряжался вообще ни в какую, разобрал, собрал. Все, он заработал. Похоже, был в защите аккумулятор. Почему? Непонятно. Все, я вроде как сделал Урал. Мигает, заряжается. Похоже, банки были просто в защите. Я их отключил, подключил. Все, заряд сразу же пошел. Все шлейфа целые, все на месте, все, ничего тут не поломано, ничего не вздулось. Почему так произошло, непонятно. То есть, ну, тут даже видно, что БМС он целый. Если с ним что-то бы случилось... Вот эта бы упаковочка повредилась. Обычно они прям, ну, хорошо так горят. Прям прожигает вот эту вот всю упаковку защитную. Так что сейчас заряжаем, потом еду на работу, и там буду их замерять потихонечку. Также вибра приехала. Мы отвезли пятнашки сначала в Москву. К сожалению, почему-то видео с айфона не перекидывается на ноутбук, поэтому не можем показать, как мы ехали, потому что дорога была довольно-таки тяжелая. И больше я в Москву не суюсь со своим зрением и со своим навыком вождения. Виброизоляцию кое-как погрузили. Спасибо Артему, то, что помог с виброй, помог пятнашку себя дома передержать. Послушал он их, сказал полчаса, и все, больше включать сказал не будет. Конечно же, эстраду слушать дома — это такое себе. Но было офигенский такой момент. Мы их поставили ближе к углу там свободному. Я просто диффузор аккуратненько так тык-тык-тык-тык. А в ответ бам-бам-бам-бам. Я думаю, то, что Николай зайдет все-таки карабасики эти. И будет наслаждаться человек музыкой. Ну, его соседи тоже. Хотят они этого или нет. Все, наконец-то пришел тот день, когда короба отправляется к владельцу. Ну, почти к владельцу. Такие вот красивые. Да, я их никак не красил, ничего. Хозяин сам решит. На мой взгляд, это, ну, это не закрасить, это надо заклеивать. Потому что фанера дерьмище. Кто же знал, что почти, блин, за 4 косаря такая вот вся фанера, что, блин, расслаивается. Сколько ее клеено, переклеено. Гемор, короче. Ну и сейчас заодно вибру заберем в тачку. Также по грифону Light. Замерили, услышали, и возникла небольшая идея, как ее можно модифицировать колоночку. Это вместо двух динамиков установить один. Поставим овал, у него резонансная частота ниже, играет он ниже. И сможем как раз таки полочку снизу подровнять и сделать более качественную по низам колонку. Настройка никак не поменяется, другие параметры тоже в принципе не поменяются. Добавим VCE заодно. И получится у нас уже двухполосная акустическая система, при этом все будет рулиться с одного усилителя моноканального, что проще, сделаем пассивный фильтр, и все, где-нибудь 200 ватт будем заливать, и должно хватать на все это дело. Конечно же, бумбокс мы как бы с первой версии обогнали, но я надеюсь, что вторая версия прям вообще прям будет бомбезна, ну и небольшое видео, как я заряжаю колонку. Колоночка чуть подразряжена у нас, но на замер особого результата это не даст, потому что у нас будет вторая версия колонки. Смотрим за показаниями. 20,5 вольт для начала. Колонка разряжена до 18,5. То есть, ну, в принципе, не сильно так-то разряжена. Только выставлен сейчас минимальный. Давайте посмотрим, сколько ватт зарядку поддерживает мой аккумулятор. Угу, 20 ватт, точнее, 40 ватт. Ух ты. Уже цифры такие нехилые, 80 ватт. 80 ватт заряд аккумулятора может быть, даже, ну, можно еще больше накрутить, то есть до 20 вольт. То есть, примерно аккумуляторы могут заряжаться, если нужно быстро их зарядить, очень большими токами. Аккумулятор, напоминаю, там стоит 26650. Очень такие мощные аккумуляторы, 5 ампер емкости. В принципе, одну емкость я им могу давать, то есть 5 ампер. При 20 вольтах это 100 ватт. Это, в принципе, у них, ну, допустимый заряд. Можно еще больше, но кратковременно. Если сюда добавить еще одну секцию аккумуляторов, то, блин, 200 ватт зарядка, в принципе, будет поддерживать колонка. Это там не ваши JBL, которые сколько там, ватт 10 потребляют. Вот, учитесь. Кстати, некоторые мне говорят, уже поставить Лансер полный привод, потому что на нем уже несколько раз застревал. Да, дороги в Московской области не чистят вообще. Прям вообще писец полный. Я на Лансере черчу брюхом. Если бы я продолжал ездить на Каризме, то я бы вообще встревал ежедневно. Потому что Каризма, ну, сантиметр на 4 прям явно ниже Лансера.
При этом у Ланстера более такие хорошие колеса стоят. И он все равно он просто пузом висит, висит на порогах. Он просто везде висит, поэтому он ни хрена не едет. Но полный привод я делать не буду, потому что довольно-таки дорого. И также небольшое видео, как я катаюсь на Лансере, когда я снимаю для вас видосики. И попросту не могу развернуться на дороге, потому что не хватает мне дороги. Я начинаю сразу буксовать во всех этих колеях, поэтому приходится искать всякие развилки, где можно спокойно развернуться и поехать в обратную сторону. Ну что я могу сказать? Дверные карты поставил, динамику сюда напихал, уже хоть что-то. Едем, пытаемся выехать. Дороги сам видите, каша. Здесь дороги чистят на раз в месяц просто. И мне вот посчастливилось попасть сюда, когда дорога более-менее чищена еще. Ну что, у меня, блин, не вездеход, однако, у меня же Лунцер. А японец просто офигевает от таких дорог. Это, кстати, действительно японец. У меня даже в документах написано. Почему у меня руль в нормальном месте, а не в бардачке? Потому что, ну, специально для меня делалась машина. Там дедушка один на ней покатался. С 2007 года. А так, все нормально. Он тачку просто обкатал, чтобы мне потом ездить было комфортнее. Одну колью, ту в другую. Видите, вот я тут ехал. С тачкой пытался разъехаться еще. Блин, в разные стороны тачку тянет. Блин, ну вот. Я еду как по рельсам. Или просто вот я руль не держу. Ну, почти как по рельсам. Похоже, просто вот нарезаны. Колья сверху вот промчался, грейдер засыпал все это дело просто. И под снегом не видно. Так, а теперь нам главное вон в ту гору подняться. Что, давай, Лансер, разгоняемся. Блин, под такие песни только, блин, вот так вот и гонять. Йо-хо! Ну, в седле-то я удержусь, меня теперь еще дверные карты держат сбоку. Ну, вообще, на изи, блин, чего я боялся? Сначала я свой фронт слушал со штатного ГУ, видео прикрепляю. Как пока что система работает от усилителя, нету хорошего у меня видео, попозже будет, заснимем. В принципе, ну, есть видос, но они не особо там, видна какая-то там особая там флекс, громкость. Потому что... Моя почка! Sua dor de cabeça vai aumentar. К тому же пока что нету силы. Сила едет, никак не доедет. А стетонат особо долго не повалишь. Сейчас кратко покажу, как вообще выглядит система на данный момент. Точнее, на момент где-то 2-3 недели назад. Стетонат 65 ампер, дистрибьютор, ремоут, Феникс 15, как бы тот же короб, только теперь немножко перевернутый. Вот так вот все дело сделано. Да, у меня одна пара РЦ, но такая двойная, чтобы на САП отдельно подключить. К тому же здесь есть режим 2-4-канальник, но это и работает только на фронт. Так что гейн сейчас подубаю на динамиках, потому что они на ход выходят. Я не знаю, сколько тут 4 Ома мощность дает, но динамики выходят на ход даже на панче. Срезы, скорее всего, первого порядка. Срезы пока что не проверял, что как режет. Сейчас на слух настроил. Ну, как на слух? Пару раз попробовал. Сейчас попробуем поднавалить. Ну, в принципе, я потом сделал отдельное видео, как музыка в Лансере строилась от замены штатки до того, что вот у нас выйдет где-то под конец весны, скорее всего, полностью итоговый момент. Пока что не решился я с коробами, потому что... Хочется повседневно сделать хороший короб, который бы играл достаточно низко и при этом занимал как минимум место. Пока сабов у меня на руках нету, это построить довольно-таки проблематично, но попытаться можно будет. В следующем видеоролике уже покажу, как я делал дистрибьютор. В принципе, хотел сначала сделать на 6 присоединений, потом все-таки решил сделать больше, потому что надо брать с запасом. В принципе, там еще можно будет установить по несколько крепежей, но под небольшой наконечник. Так-то у меня 70-е практически все будут стоять, кроме нескольких. Так что будем решать, что и как подсоединить. И думаю, как подсоединить 3 усилителя. Либо просверлить. Как бы 3 усилителя друг на друга поставить, просверлить, туда в шпильку закрутить, а сверху уже 70-й кабель пихнуть. Вот такой вот бомж-вариант. Что будем думать, что-нибудь колхозить. Не хотелось бы пихать 25-й провод, его может не хватить. 60-й, ну, попросту не лезть, потому что 35-й так впритык идет. Ну, а с вами был 108-й. Не забываем смотреть другие видеоролики. Всем гигантское спасибо, кто приходит на мои прямые эфиры и смотрит. Мне прям очень приятно. Ну, а вам удачи. Пока.